Делегация Свердловской области, в состав которой вошли представители власти, а также руководители более 60 предприятий региона, 22 апреля начала работу на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в Республике Узбекистан. Возглавил делегацию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как сообщает Департамент информационной политики региона, в течение нескольких дней Свердловская делегация проведет ряд рабочих встреч и переговоров, примет участие в крупнейших мероприятиях выставки в комплексе УЗЭкспоцентр, а также посетит различные города Узбекистана. Цель визита – укрепление деловых отношений с Республикой Узбекистан, продвижение продукции региональных компаний на рынок Центральной Азии и поиск новых партнеров. Свердловская делегация планирует посетить местные предприятия, провести встречи с представителями органов власти и обсудить перспективные направления сотрудничества. Свердловскую область на выставке «Иннопром. Центральная Азия» представляют свыше 60 региональных компаний. Отметим, что Республика Узбекистан входит в пятерку важнейших торговых партнеров Свердловской области. За последние 5 лет оборот торговли вырос более чем в 2,5 раза. Поставки оборудования для энергетического и горного комплекса Узбекистана за этот период выросли в 4.